Добрый день, друзья! С вами я, Александр Тихман. Сегодня я хочу показать вам награды Монголии и знаки, которые собрались у меня за последнее время. Здесь и боевые знамена, и трудовые знамена, и полярные звезды, и Халкингол. И материнские, и Сухбатор, и другие знаки Монгольской Народной Республики. Все выполнены в основном из серебра, конечно, здесь и бронза, горячие эмали. Друзья, если имеете комментарии, оставляйте их внизу по ссылочке. Если у вас есть подобные знаки, вы хотите узнать подлинность, обращайтесь ко мне, высылайте фото. Если видео понравилось, нажимайте на колокольчик, делитесь моим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч!